финал дивизиона 2014. Mount Boys играет против Вайнаха. Команды выстроились в центральном круге. Вместе с ними арбитр Рустам Шилаев, который говорит заключительную речь перед стартом свистком. Команды приветствуют друг друга. Зангиев Тимур, главный тренер. Исламбек, 14-й. Матиев Абдулла Ахметханов Расул, главный тренер команды Mount Boys. Фатулаев Айнула, помощник. И после розыгрыша главного Mount Boys у нас выходит вперед. И кто же забивает? Забивает капитан команды Джавадбеков Шахид. 1-0. Mount Boys выходит вперед. Многие, кто смотрели предыдущие матчи, сошлись во мнении, что Mount Boys является фаворитом данной игры. И здорово играет Гусейнов. Гусейн. Ну, передачу сделал рискованную на Джавадбекова. Гасанов увидел открытого Тулпарова Халида. Но здесь, по-моему, вратарь все контролирует. Ахметханов руководит действиями своих подопечных. Рядом располагается руководитель всей академии. Это удар по воротам. И спасает свою команду Алибеков Умахан. Из-под перекладины вытаскивая мяч. И это была передача. Что творит Умахан Алибеков? Опасный момент должен возникнуть. Рабадан Абдурахман бьет ближний угол. Передача под удар Гасанову. И мяч оказывается в воротах во второй раз в этом матче. Вопрос, на кого гол будет засчитан. На кого он будет записан, вернее. Ну, вроде бы поздравляет сейчас Тулпарова. Уточним это в перерыве, пока отметим, что именно Тулпаров, так как партнеры поздравляли его. Вопрос в том, нахуй очень нужен гол до перерыва. Опасный момент возникает, и великолепен снова в ближнем бою Алибеков Махан. Мати Абдулла обыгрывает одного. Далее Гасанов. Или удар, или передача. Матиев. Опасный момент. И не попадает Матиев. Вернулась команда на поле. Продолжается финальная встреча дивизиона 2014. Много сам. Да, рикошет, и два автогола не случается, или все-таки опять автогол, или все-таки Матиев. Нужно разобраться в эпизоде, но счет становится 3-0. Вот главное для Mount Boys сейчас. А как там оказался мяч в воротах, я думаю, мало кого интересует. Давайте попытаемся разобраться, все-таки там было большое скопление игроков, и со своей позиции мне сложно было разобраться. А здесь шанс для команды Вайнах. И команда пользуется своим шансом. 3-1. Быстро отквитал один гол Вайнах. Отличился один с номер Балаев Адам. Работал на всех 22 матчах. Огромная работа проделана, несмотря на все трудности с погодой. Матиев помогает партнеру отличиться. И гол на счету Гусейнова Арсланбека. 12 номер. Который забивает гол
концовке этой встречи. Четыре один. Смотрит на часы Рустам Шилаев и звучит финальный свисток. Победа Mount Boy со счетом 4-1. Именно с таким счетом завершается финальная игра дивизиона 2014. Поздравляем команду Расула Усмановича Ахмедханова с победой заслуженной. Они были лучшими в этом дивизионе. Имели преимущество практически во всех матчах над своими соперниками и, безусловно, заслужили трофей. Команду «Войнах» очень сильно хотел бы поблагодарить, пожать руку каждому за ту работу, которую они проделали. Как я знаю, это первый выезд для этих ребят, и тут такой вот результат достойнейший.